это история, построенная на эмоциях, прежде всего. И все зависит от того, какие человеческие отношения между туроператором и агентством, тоже от этого, успех от этого во многом зависит. Мы все-таки в данном регионе один из лидеров туроператоров, поэтому агентство нас любит. У нас хороший продукт с хорошими ценами. Мы конкурентоспособны на данном рынке, поэтому агентство к нам лояльно и приходит на наши мероприятия. Это самый, мне кажется, узнаваемый бренд. Это российский бренд. Его надо раскручивать. Уже третий год мы делаем барбекю-пати в наших регионах, любимых, в том числе и в Самаре, и, соответственно, приглашаем наших активных лидеров продаж и устраиваем для них вот такой небольшой релакс. Людям мы выдали определенные купюры, достаточно 3000 рублей, которые они могут использовать в счет дальнейших продаж. На сегодняшний день Самара, безусловно, входит в пятерку наших лучших городов, где у нас есть своя полетная программа. Нам, в принципе, нравится сотрудничать с ними, очень лояльные. А туроператор? Отлично, один из лучших партнеров. Мы являемся франчайзинговым агентством данного туроператора. Мы сумели сохранить объемы внутреннего туризма по прошлому году, несмотря на то, что конкуренция с выездами довольно большая. И при этом мы вышли на лидирующие позиции по целому ряду выездных направлений, то есть по Турции. То есть, если вот ходить по Эгейскому побережью и видеть русскоязычных туристов из России, то каждый второй из них по нашей линии там отдыхает. Важный город, в котором очень хорошо сейчас налажены отношения, мне кажется, и нашего офиса, работа нашего офиса, и отношения с агентствами в том числе. Агентство, выбирая между туроператорами, они понимают, с кем легче работать, с кем работать проще, да, и с кем работать, ну, финансово интереснее. Как правило, всем нравятся наши мероприятия, мы славимся этим на рынке, это безумно приятно, и мы стараемся расти. Старейший туроператор, который был и в Советском Союзе, и в постсоветском пространстве, в Новой России. Лучшие друзья, лучшие туры, одни из лидеров по Крыму, Доломану, Турции. То есть, поэтому с ними приятно работать, сотрудничать. Регион показывал достаточно хорошие показатели всегда. И рос ежесезонно в объемах в арифметической прогрессии. Стараемся с агентствами довольно плотно поддерживать связь и показывать все, рассказывать, отвлекать их немножко от работы, от трудовых будней, собирать на таких мероприятиях. Я вижу, что происходит на площадке, люди активные, довольные, у них улыбки на лицах. Хорошая задумка, классная тема вообще. Конечно, хочется такого неофициального, в общем-то, формата, что, в общем-то, сегодня и было нам представлено. Люди довольны, всем нравится.